spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. В 2015 году компания Косодак выпустила несколько моделей воблеров, разработанных известным российским рыболовным спортсменом и автором многочисленных статей на рыболовную тематику Константином Кузьминым. Одной из линеек стали топ-вотеры Бонго, в основном предназначенные для ловли на мелководье. Давайте поближе их рассмотрим. Приманка относится к классу вокеров. Тело удлиненное, имеющее небольшой изгиб. В передней части ширина корпуса максимальная, а к хвосту она плавно сужается. Длина составляет 77 мм. И можно сказать, что это универсальный размер для большинства отечественных хищников. Вес равен 8,6 грамма. Как и у большинства топ-вотеров, степень плавучести положительная. В спокойном состоянии он занимает почти вертикальное положение, оставляя над поверхностью переднюю часть. Такая ориентация в воде позволяет этой модели не сбиваться с игры даже при небольшой волне. К тому же, ниже крепежной петли расположена небольшая выемка, которая добавляет брызги во время работы приманки. Компания Косодака предлагает широкую цветовую гамму для данной линейки. Благодаря такой окраске воблеры хорошо видны на дальнем расстоянии, что позволяет спиннингисту лучше контролировать качество проводки. Обратите внимание на упаковки со стикером Color UV Reflect. Эти расцветки имеют свойство светиться под ультрафиолетом. Так как ловля ведется в верхних слоях и рыба атакует снизу, довольно часто случаются досадные промахи. И тут на первый план выходит качество используемых крючков. Бонго оснащается двумя тройниками из прочной проволоки. Они обладают достаточной остротой, чтобы обеспечить надежную подсечку. В корпусе расположена простейшая система дальнего заброса. Это небольшой шар, который передвигается по внутреннему каналу. При забросе он перемещается в хвост, увеличивая дальность полета. В задней части есть еще один шарик для балансировки. В связи с тем, что внутренняя начинка имеет подвижность, топ-вотер способен издавать отчетливо слышимый стук. Как и для большинства вокеров, для Косодака Бонго предпочтительна проводка Walking the Dog. Для этого необходимо совершать монотонные рывки, при которых приманка будет рисовать так называемую елочку. Не помешают и различные паузы. А кроме охоты за щукой и окунем на мелководных участках, воблер можно использовать при ловле жереха на больших акваториях. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.